Ну что, дорогие мои друзья, гости моего канала. Сегодня 16 августа 2024 год. Шла я в лес. На самом ходе растет подберезовик. Такой вот. Прям только вот зашла. И на опушечке прямо грибок. Напомню, нахожусь я в Ярославской области. Сейчас у нас 6 утра. Пойду немножко пробегусь по грибочкам. Осиновичек, он крупный, молоденький, свежий. Ух, березовички еще никто не собрал. Вот такие. На одном месте 3 штучки. И быстрее растут. Волнушка белая. Такая вот. Здесь сыроежка розовая, еще вот это, сколько много. Сдалека заметила красную шляпочку. Сосиновик. Такой вот, свежайший. Вернулась от подосиновика. Там еще и подберезовик, тоже крепкий. Такой вот коренастенький, мощный грибочек. Не знаю, видно будет или не видно. Мои любимые брызги. Вот они. Немножко начала разбираться. Есть они сухие белые грузди. Есть влажные. Смотрела вот. Это вот беленький груздик. Тихонько у меня в засоле они лежат в катке. Солю их. Вот. Думаю, на зиму хотя бы небольшой бочоночек засолить груздей. Березовик с белой шляпочкой. Свеженький сегодня. Вот я задумала, сыроежка, ну, какой-то гриб. Другой пластинчатый мне попался, обломанный, не показать. Какие они, не знаю, кто такой. Рыжки в этом году прекрасные. Такие вот маленькие. Этот грибок, я так понимаю, что это, наверное, поплавок шафрановый. Растет из такого вот яичка. Такой вот он. Подскажите, пожалуйста, кто точно знает. Я думаю, что это шафрановый поплавок. Пошли и розовенькие волнушки. Все на одном месте. И сыроежки тут стоят маленькие. Такие вот. Сразу 3 вот. Березовичек в траве. О, какая ножища у него. Сегодня ходить приятно. Собачки лают в дачах. Приятно ходить, сегодня не жарко. Комаров немного. Погода отличная. Вот такая вот. Березовички сегодня шикарные. Не переросшие. Маленькие, свежие. Первый на сегодня у нас грибок. Ух ты, какой красавец. Бочечка. Шикарнейший. Еще белый грибок. Хорошо, маленькие, не переросли, не червивые. Ох, как сложно уцепился достать-то его. Вот. Погрыз, правда, кто-то немножко. Слизни, наверное. Вот малышек растет. Тут вот рядом еще рядовочка желто-бурая. Ха, совсем кроха. Прошла пару своих перелесков. Пошла в другой. Я в тот раз собирала груздики. Вот. Набрела вот такие вот заросли. Цветочков вот таких косого цвета можно насобирать, поставить зимой. Стоят они долго. Но сейчас я их брать не буду. Потому что предстоит еще по лесу походить. Синовичек не крупный. О, какие.
засол или в маринад. Милый грибочек. Сегодня маленькие. Все хорошенькие, не переросли. Ох, тут еще один. Представляете, тут в коттеджный поселок залили дорогу. Вот она идет посередине леса. Прямо. Бедный. Прямо дороги. Как его достать, даже не представляю. Он так сросся там. А, милый. Зря вытаскивала его. Ну ладно, ничего страшного. Огромная зеленая сыроежка. Ну, наверное, гнилая, конечно, вся. А нет, ножка хорошая. И шляпка тоже. Классно. Блюдечко такое. И еще один маленький. Правда, стали попадаться с ножками гнилыми. Заворачиваясь в другую сторону, еще один. Какой красавец. Опять беленькие. Посмотрите на них. Просто шикарнейшие. Жутко замусоренный лес. Не знаю, кто это. Подберезовик. Синенький какой-то стоит. Пришла. Здесь просто вот одни вот такие вот бутылки накиданы. Ужас какой-то. Вот березовички. Такие штучки. Крупные, только на сушку такие пойдут. Малюхонький лисиночек заметила. Совсем маленький. И еще один. Малыши такие. Полянка рядовочки желто-бурой. Тоже возьму засол. Срежу вот это все. Маленькие. Хорошенький, и дальше там целый ковер ее идет. Рядочка. Целый пенек. Вот он. Вон его сколько много. Надо тоже срезать, забрать. Грибы какие-то. Из подгрузков что-то. Млечники какие-то, да. Она тоже какой-нибудь темный груздик. Это попало совсем в другой лес. Захламленный, но грибов море. В лесу тут походила, но брела на какой-то жуткий сгоревший дом. Тут еще остатки забора, вещей каких-то. Не знаю, какая-то может быть сторожка или домик лесника. Не знаю даже. Напугалась изначально, увидев его из-за деревьев. Маленький березовичек. Крошечка совсем вот такая вот. Попалась мне. Нашла огромнейшие кульбики. Какой. Ой, скользкий. Пошел немножечко дождь. Скользковатые грибы. Смотрите, какой он. Ух, здоровяк. Тоже редкий для нашего леса гриб. Серяночка вот такая вот. С дырочкой в ножке. Очень-очень мало их у нас. Опеночек летний. Небольшая стайка. Так прямо пучочками наберу. У меня уже он сегодня есть в корзиночке. Не надо двигаться к дому. Расходится дождик. Сейчас пройду еще лесок вот этот вот. Ну, до конца, то есть как двигаться к дому буду. Удобно его собирать, летний опеночек, раз кустиком. Я всегда так делаю. Не обрезаю одни шляпки. А несу так. Мне так удобнее его собрать. Дождик все усиливается. Так, на дзен я, естественно, свое видео выложу. Так что смотрите, у кого уже тюб не работает. У меня он на Wi-Fi уже не работает, YouTube. А на передаче данных на мобильном интернете еще кое-как работает. Ух, побреду домой я. Всем спасибо за просмотр моего видео. И до новых встреч!